Всем привет на моем канале, с вами Мадам Игровой, и сегодня мы поговорим о последних новостях Call of Duty Vanguard, а о переводе «Зов долга» в «Авангард». Call of Duty Vanguard – предстоящая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. 18-я во франшизе Call of Duty. Релиз игры запланирован 5 ноября 2021 года на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. А перед началом ролика я бы вас хотел бы попросить поставить лайк, нажать на колокольчик, а также подписаться на канал. Подписаться. Ну что, погнали. Ну что, поговорим мы о геймплее. Кампания, сюжет Call of Duty Vanguard будет разворачиваться во время Второй мировой войны. В игре будет представлены 4 театра военных действий. Западный фронт во Франции, Восточный фронт в Сталинграде, Тихоокеанский театр и военная кампания в Северной Африке. Мультиплеер. На старте игры будет 20 карт. 16 карт для классического формата 6x6 и 4 карты для режима «Огневой контакт». Контент из Vanguard будет интегрирован в Call of Duty Warzone. Здесь будет зомби-режим, как всегда. За разработку режима зомби отвечает студия Triarch. Действие режима будет происходить незадолго до событий карты GR Machen из Call of Duty Black Ops Cold War. Артур, за храбрость на бис не выйдешь. Храбрость приходит потом, а не в момент боя. Мы встретим это вместе.
Что бы нас ни ждало, мы встретим это вместе.